Загадочный Аркаим еще называют «страна городов». Он буквально притягивает к себе многочисленных туристов. Некоторые называют себя даже паломниками, потому что считают это место священным. Древние развалины города Аркаим были обнаружены в конце 80-х годов в Челябинской области. Всю красоту и необыкновенность этого места кумертаусы смогли увидеть в историко-краеведческом музее. 11 февраля впервые в республике и впервые в нашем городе состоялась фотовыставка древнего поселения. И это для людей, паломников, которые интересуются вот концентрацией той уникальной энергетики, которая как раз вот в Аркаиме присутствует. И среди этих паломников, к счастью, есть жители нашего города, наши горожане, которые, собственно, и стали участниками сегодняшнего нашего мероприятия. Выставка была представлена работами советского и российского археолога Геннадия Здановича и свободного исследователя Юрия Зуйкова. Последний стал куратором выставки. На обозрении жителям города представили архивные и современные снимки древних развалин города Аркаим. Юрий Зуйков отметил важность такого мероприятия. Человек, попадая на выставку, проникается и удивительными красотами этих пространств и прикасается к глубине истории. Решено было абсолютно на полном энтузиазме и понимании важности этих культурно-исторических объектов донести до общественности как архивные снимки, исторические кадры, так и современное состояние этих поселений и природы, красоту и силу природы этих мест. Туристы считают, что это место содержит загадочную энергетику, способную изменить судьбу человека. То, что это мистическое место является местом силы, уверены многие. Это познание себя. Это нужно всем. Каждый человек всегда стремится познать себя. Мы никогда не можем познать себя до конца. И вот, приезжая туда, оставаясь наедине с природой, зная, что там кто-то жил, нужно там остаться наедине. И потом открывается что-то новое. Я увидела себя там. В конце мероприятия всем присутствующим продемонстрировали фильм под названием «Культурное и духовное пространство на Южном Урале». Какие знания, какие элементы миропонимания он может дать современному человеку? Несмотря на то, что основные исследования впереди, спектр этих знаний уже сейчас огромен. Он охватывает раннюю историю индоевропейских цивилизаций, ее первые шаги, без понимания которых мы никогда не сможем понять сегодняшний мир.